Задание номер 14 основного государственного экзамена по математике для 9 класса. Для квартиры площадью 95 квадратных метров заказан натяжной потолок белого цвета. Стоимость материалов с учетом работ по установке натяжных потолков приведена в таблице. Какова стоимость заказа, если действует сезонная скидка 5%? Квартира имеет площадь 95 квадратных метров. Значит, мы должны выбрать ту часть таблицы, которая соответствует данной площади помещения. То есть мы видим, что вот в первом столбце у нас до 10 квадратных метров, во втором от 10 до 30, в третьем от 31 до 60 и в четвертом свыше 60. А это значит, нас устраивает четвертый столбец. Почему? Потому что квартира 95 квадратных метров. А 95 квадратных метров это то, что свыше 60. Значит, нас интересует вот этот четвертый столбец. Далее, нам необходимо заказать натяжной потолок белого цвета. Значит, выбираем белый цвет. Вот он, белый цвет. И стоимость такого потолка составляет 700 рублей за 1 квадратный метр. Теперь нам необходимо определить сразу стоимость с учетом скидки. То есть первое действие. Первое действие это мы найдем скидку. Чтобы найти 5% от 700 рублей, нам необходимо 700 разделить на 100 и умножить на 5. Почему? Потому что 1% это 1 сотая. Значит, мы если 700 разделим на 100, это найдем 1%. А у нас таких 5%. Значит, мы можем 700 разделить на 100 и умножить на 5. Получается 700 мы делим на 100 и умножаем на 5. Получаем 700 на 100 делим будет 7. То есть 7 умножаем на 5, у нас получается 35. То есть 35 рублей такова скидка. Далее посчитаем стоимость потолка с учетом данной скидки. То есть у нас получается, что второе действие это стоимость потолка с учетом скидки. Значит, нам необходимо от 700 рублей вычесть 35 рублей, это скидка. Получается 665 рублей. 665 рублей. Далее. Стоимость потолка за 1 квадратный метр. И теперь нам необходимо третье действие. Теперь мы должны умножить площадь квартиры, то есть 95 на 665. Ну, на первом месте давайте запишем трехзначное число. То есть 665 надо умножить на 95. Почему? Потому что 665 это стоимость за 1 квадратный метр. А у нас таких метров 95 квадратных метров. То есть получается у нас таких метров 95. То есть получается 665 надо умножить на 95. Выполним действие в столбик. То есть 665 мы умножаем на 95. Умножаем. 5 у 5. 25. 5 пишем. 2 запоминаем. 5 у 6 30, до 2 запоминали, получается 32. 2 пишем, 3 запоминаем. 5 у 6 30, до 3 запоминали, 33. Далее, 9 умножаем на 5. 5 у 9, 45. 5 пишем, 4 запоминаем. 6 у 9, 54, 4 запоминали, 58. 5 запоминаем. 6 у 9, 54 и 5 запоминали, это получается 59. Ну и теперь осталось только сложить. Тогда у нас получается 5, 7, 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 1 запоминали, значит 10 до 3, 13. Это получается 3 и 1 запоминаем, 6. 63 175 рублей. 63 175 рублей. Рублей у нас получилось. Ну и теперь осталось только выбрать номер правильного ответа. То есть 63 175 рублей у нас под номером 4. Это значит ответ. В ответ мы пишем номер 4. Задача решена.